Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Китайская кухня». Сегодня мы с мастером Цюйхао приготовим одно блюдо. Сегодня у нас жареные куриные кусочки в соевой пасте. Все любят это блюдо, не правда ли, мастер? Самое популярное блюдо домашнего приготовления – жареные кусочки курицы в соевой пасте. Это блюдо темно-красного цвета со сладко-соленым и приятным вкусом. Нам понадобится куриное филе, ростки бамбука, соевая паста, сахар, вода с луком и имбирем. Да, сначала порежем ростки бамбука на мелкие кусочки. Только такой бамбук не слишком сочный. Да. Поэтому сегодня вы используете ростки бамбука, вымоченные в воде. Да, ростки бамбука нарезали, держим их наготове. Теперь нарезаем куриное филе. Обязательно нужно филе? Филе. Для этого блюда оно очень подходит. Да. Берем и разрезаем филе вот таким образом. Это толщина подходящая. Затем нарезаем ломтиками. Для этого сначала разрезаем плоско, а это уже вторая нарезка. Да. Сначала нарезаем полосками, а потом кусочками. Да, вторая нарезка. Да. Вы говорили, что если на каком-нибудь этапе сделать все неверно, то блюдо будет испорчено. Да. Это насколько важно? Конечно, если плохо порезать, слишком мелкими или слишком большими кусками, будет нехорошо. Мелкие куски пригорят, а большие толком не прожарятся. Все блюдо будет испорчено. Понятно. Как видно, нужно быть внимательным с самого начала. Во время нарезки нужно быть внимательным. Разрезать нужно так, чтобы обеспечить одинаковую толщину кусков. Этот способ нарезания не совсем такой, как прежний. Да, только что я нарезал большие ломтики. Дома вы можете использовать этот способ. На самом деле способов несколько. Можно просто нарезать кусками вот так, а можно научить всех нескольким способом. Но в конечном итоге у вас должны получиться одинаковые кусочки. Да, неважно каким способом. Главное, чтобы они были одинаковые. Главное, одинаковый размер. Да. Когда куриное филе готовят дома, оно часто пригорает. Сегодня вы должны рассказать нам, в чем секрет. Самое важное – это соус, заправленный крахмалом. Поэтому здесь два главных момента. Во-первых, не дать влаге выйти наружу, а во-вторых, еще добавить жидкости, чтобы ее было побольше. Это придаст вкусу нежность. Ясно. Для начала нам нужно добавить немного рисового вина, которое само по себе жидкость. Да. И в то же время устранить запах курицы. Сейчас маринуем? Да, маринуем, добавляем немного воды с луком и имбирем. Она тоже очень хорошо устраняет запах. Сырого мяса. И в то же время добавляет аромат. Устраняет запах, добавляет аромат, увлажняет. Да. И видите, я сжимаю его, и оно кажется очень сочным. Влага с мяса капает. Казалось бы, вся вытекла наружу. На самом деле, ее еще много. Да, она сама по себе выходит. Да, выходит. Тем временем мнем его рукой, массируем, давая возможность соку проникнуть в куриные волокна. После того, как оно впитается, сразу кладем крахмал. То же самое? То же самое. Если, например, чувствуете, что он слишком вязкий, то добавлять сухую кукурузную муку нельзя, только разведенную. То есть полностью полагаться на опыт и на ощущения? На опыт. В конечном итоге, сколько сока впитается, сколько наоборот выйдет, все зависит от вашей руки. От ощущения. Да. И вы чувствуете, что сейчас можно использовать разведенный крахмал? Видите, это подходящая субстанция. Она очень влажная, равномерная, и в то же время она обволакивает поверхность мяса. В кляре. В кляре, наконец. Это обеспечивает мясу мягкость и нежность. Да, добавим еще немного масла. Хорошо. Чтобы изолировать его от воздуха, не дать испариться, добавляем масло. Сколько? Еще немного. Еще? Достаточно хорошо масло обволакивает поверхность. В холодную зимнюю пору этого достаточно. А в летний зной оно может испортиться, поэтому его нужно поставить в холодильник минут на 20. Хорошо, мясо нарезали, ростки бамбука тоже нарезали. Да, сначала опускаем ростки бамбука в кипящую воду, потому что во время хранения в банке у них появляется кислый вкус. Кипящая вода этот кислый вкус устраняет. Да, еще в них могут быть разные консерванты. Да, и также убирает их горький и терпкий вкус. Хорошо.
Даже если мы используем свежий бамбук, его тоже нужно опустить в кипящую воду. Сырого бамбука горький вкус еще сильнее. Тогда тем более нужно. Поэтому его варить нужно дольше, воды не должно быть мало, лучше побольше, тогда и горький вкус пропадает. Вы считаете, что в этом ванночном бамбуке тоже щавельная кислота? Да, и кипящая вода ее убирает. А что касается свежего бамбука, то он очень горький, и кипятить его нужно дольше. Можно еще добавить немного сахара, он тоже устраняет этот запах. Можно и так? Можно. Я и не знала об этом. Сахар убирает горький вкус. Пускай вода немного покипит. Да. Смотрите, хоть мы сегодня и используем баночный бамбук, сахар не повредит и уберет запах. В любом случае, баночный бамбук имеет запах. Да-да. Дайте ко мне. Я обнаружила, что сегодня, кроме воды с луком и имбирем, для маринования вы не приготовили других приправ. В этом блюде других приправ не нужно. Здесь требуется лишь чистая соевая паста. Ясно, без примесей. Да, в другое блюдо кладешь имбирь, лук, и их даже незаметно. А здесь положил, и их сразу видно. Понятно. Для этого блюда изначально нужно две составляющих. Да, именно так. Иногда в это блюдо добавляют грецкие орехи. Пожалуй, да. Также добавляют кешью, но не добавляют арахис. Да. Почему? С добавлением арахиса это блюдо становится жареные куриные кусочки по-гунбао. А разве они не похожи? Мне кажется, это из-за того, что арахис не очень хорошо сочетается с соевой пастой. Да. Ведь арахис по форме похож на сою, а грецкий орех нет. Грецкий орех и кешью не похожи друг на друга, это точно. Затем нам нужно масло. Сейчас необходимо правильно обращаться со сковородой, которую мы называем большим половником. А в ней мы то кипятим воду, то варим суп. Из-за этого появился у нее белый цвет. Во время жарки обязательно что-то прилипнет. Как же быть? Тогда мы нальем в нее немного масла и увлажним ее. Сначала немного смазываем. Даем немного масла, чтобы смазать сковороду. Вы имеете в виду, что в приличных ресторанах должна иметься специальная сковорода? Да. И в ней нельзя готовить, что попало? Мы уже об этом говорили. Этот половник специально используется во всех способах варки, а для всех способов жарки используется сковорода. Сегодня этот половник становится универсальным. Это совпадает с правилами приготовления дома? Да. Выливаем масло из сковороды. Да. Смазали сковороду, даем ей подсушиться немного, чтобы пошел пар. Затем снова добавляем масло. Это не даст пригореть. Да. Какая роль жарки на масле, мастер Цюй? Роль в том, чтобы мясо готовилось быстрее. Видите? Добавили масло. Сковорода горячая. А масло еще холодное. Еще холодное. Да, поэтому сейчас кладем куски мяса. Температура масла подходит? Температура как раз подходящая. Почему вы используете палочки, а не лопатку? Палочки очень удобные. К лопатке мясо может прилипать. А так я могу хорошенько все разложить. Да. Но и к палочкам может прилипать. Прилипает, а к лопатке прилипало бы немного больше. Потихоньку мешаем. На данном этапе важно выставить правильный огонь. Температура не должна быть слишком высокой, иначе подгорит. Я уже представила себе эту картину. Да. Так, теперь делаем большой огонь. Кусочки мяса уже стали белыми. Зачем же поднимать температуру? Потому что оно уже не сумеет подгореть? Да, вот так. Достаточно? Хорошо, даем ему прожариться, затем кладем в дуршлаг. Поверхность курятины уже стала белой. Белая, значит, хорошо. Здорово. Курятина выглядит очень нежной. Да, очень нежной, значит, что вы хорошо контролировали температуру масла. Температура масла обязательно должна быть низкой. Но затем увеличиваете огонь, убедившись, что мясо уже не подгорит. Да, не пригорит. Разложить на сковородке. Разложили, оно становится белым, значит, уже готово. В это время огонь должен быть большим? Да, большим, чтобы испарилась влага. Теперь нагреваем эту сковороду, даем немного масла для готовки. Сейчас будем начинать жарить? Да, будем жарить. Тогда я передвину все приправы. Да, давайте.
Что будем делать? Разогреваем сковороду для жарки соевой пасты. Эта паста не обработанная на огне? Не обработанная, это сырая, поэтому мы должны ее поджарить. Понятно. Чтобы понять, сколько класть пасты, сначала нужно посмотреть, сколько у нас готовится мяса. Сколько мяса, столько пасты. Почти так. На ваше усмотрение, я не очень хорошо разбираюсь. Теперь добавляем рисовое вино для того, чтобы разбавить пасту. И немного воды с луком и имбирем. Так, немного лука и имбиря. Сейчас всю эту жидкость нужно посолить, только не очень сильно. Соли надо немного. Паста сама по себе. Уже соленая, но это нужно для мяса и ростков бамбука. Да. Вот видите, какой немного бледный цвет. Нужно еще немного приправить. Поэтому добавляем соевый соус лаочоу. Соевый соус лаочоу? Мне кажется, что количество наших специй очень маленькое. Да. Но какой же густой аромат, я чувствую. Это запах пасты. Да. Потом бросаем сахар, когда вода почти испарилась. Раньше бросать нельзя, иначе он станет клейким. Вот, чистая. А если он станет клейким, то будет нехорошо. Добавляем вот столько. Обязательно добавляем сахар? Обязательно. Кроме того, что сахар добавляет сладости, он еще исполняет какую-то функцию. Он добавляет блеска. Видите, какой вязкий и густой. В процессе приготовления чувствуется, как соус сгущается. Он прямо тянется за ложкой. Он становится все более вязким и более блестящим. Вот так, помешиваем. Почти можно бросать. Подождите еще немного. Еще нет? Это ключевой момент. Хорошо, почти можно. Бросаем. Как это почти? Бросаем бамбук, несите посуду. Какой аромат? Вот эту тарелку. Тарелку? Какую тарелку? Вон ту. Неужели уже можно вынимать? Можно. Не может быть. Так неожиданно. И, наконец, перед тем, как вынуть, добавляем немного кунжутного масла, выливаем его в сковороду. Видите, размешиваем. Так, когда соус полностью покрыл кусочки мяса, выключаем огонь и ложкой накладываем в миску. Вот так. Все, больше не хочу учиться. Почему я всегда в конце начинаю запутываться? Он равномерно лежит сверху. Если бы мы его выжарили насухо, цвет был бы черный, и лег бы он неравномерно, испортив блюдо. А так соус лег равномерно, мясо имеет блестящий красноватый оттенок, оно нежное и мягкое, выглядит невероятно аппетитно. Это особенности данного блюда. Жареные кусочки курицы в соевой пасте готовятся так. Нарезаем куриное филе, добавляем рисовое вино, воду с луком и имбирем, влажный крахмал, масло, маринуем. Нарезаем ростки бамбука и бросаем в кипящую воду, добавляем сахар. Нагреваем масло в сковороде, выкладываем куриное мясо и жарим. Снова наливаем в сковороду немного масла, выкладываем соевую пасту, рисовое вино, воду с луком и имбирем, соль, соевый соус лаочоу, сахар и жарим до красноватого цвета. Закидываем бамбука, увеличиваем огонь. Перед тем, как снять с плиты, добавляем кунжутного масла. Перед тем, как есть жареные куриные кусочки в соевой пасте, нам еще нужно научиться одному способу приготовления каши. Каши. Каша с зеленью. Каша является наиболее питательной едой в мире. Частое употребление каш помогает продлить жизнь. Приготовить сегодняшнюю кашу с зеленью смогут даже новички. Нам понадобится рис, грибы сянгу, молодая китайская капуста, растительное масло, имбирь и соль. Замачиваем рис на 1 час в теплой воде, после чего закидываем его в кипящую воду и непрерывно помешиваем. Когда он станет мягким, добавляем грибы и продолжаем варить. Затем бросаем капусту, немного соли, добавляем имбирь и варим на протяжении 3 минут.